привет. Пришли в магазин спортивный. Как он называется, Наташа? Denims. Ну вот. И увидели здесь кружки. А так как у нас в семье есть любители хоккея, это муж и сын, ну, решили посмотреть ценники. А вот это, я так понимаю, это изолента для, специально для клюшек. Да. Ее цена $10. Ну, там их 9,99, да, тут три штуки. И плюс еще налог, надо не забывать про него. 7%. 7% отсюда. Ну вот, например, клюшка. Как ой, какая легенькая, вообще как пушинка. Так, как она называется, не знаю, 59,99. Ну, подожди, да я сниму тут быстро, так показываю. То есть $60? $60 за клюшку. Да. Ну, легенькая. Так, как ее название-то? Видно, нет? Не знаю. Warrior какой-то. Warrior — это борец, не борец, а... Господи, как же это переводится? Ладно, оставь. Боец. Боец. SSM one. SSM one. Вот это SSM? Да, да, я покажу цену. Цена SSM. $20. $20? Да. Ну, она и тяжелая против той-то. Нет, никогда. Это вообще пушинка. Это, наверное, для детей тут в основном. А вот это для кого? Для вратаря, что ли? Ну да. Как какая-то топорная. Это же... Что она стоит? Подожди. Стоит она $20. $20. Мне бы на нее жалко было. Какой-то топор. Ну, прикручена здесь саморезом. Французский. Так, а это что? Смотри, о, смотри, вот какая прикольная. Это для детей, наверное. Это перья хоккейные. Ну, перья. Перья прикручиваются на саморез. Это же, скорее всего, для детей. Так, и что перо стоит? $5. Ну, вот здесь. А вот здесь есть... Это что, скотч, да? Типа скотчем сначала надо. Что тут написано? Ну, папа же тоже скотчем отдал. Да, скотч. А вот это белая изолента. А ее какая цена? Какова ее цена? 9,99. То же самое, да? Да. Ну вот, ой, это-то тяжеленькая клюшечка. А вот это белая, мне что-то захотелось ее потрогать. Ну нет, самая та была легкая, это та серая. Ну, а что она как... стоит? Что-то не написано, сколько она стоит. Она бесценная, эта клюшка. Ну. Как она называется? Хэспеллер какой-то. Хэспеллер. Примерно. О, а вот это тоже тяжелющая. Что она стоит? Не написано? Не-а. А, вон она. А, вот они ценники-то сверху. Ее уценили. Она сейчас стоит $25. Так, а я хотела показать шайбу. Где-то здесь шайбу увидела. Вот. Такой мешок шайб. Шайб. 2, 4, 6. То есть 12 штук стоит $20. 19,99. Так, одна шайба стоит $1.79. Сумка Истон. Сумка стоит $40. 39,99. Вот надо написать именно 39,99. Да не говори. А вот шлем Бауэр. Бауэр шлем. Стоит он 54,99. Так, а вот этот стаканчик $5. Чтоб попить для хоккеиста. Да хрень какая-то. Да такой пластик, тоненький. Пластик тоненький, да. А вот это, наверное, гамаши. Да, наверное. Да, точно, смотри. 10,99. Не, ну, вижу, 10,99. Всяких цветов. Все по 10,99. А ты нашла, почем стоит шлем? Да. Нашла? Ну, только я другой смотрела, а вот этот стоит тоже 54. Они одинаковые. 54,99. Ну, вот мы сняли видос про клюшки. Ну, а почему у нас там еще уже эти, как они называются, коньки продаются? Ну, мы дойдем до туда и там снимем. Ну вот, пришли к конькам. Коньки Бауэр. Значит, 64,99. А вот цена еще их. Бауэр 59,99. Ну и жесткие они, надо сказать, вообще. Я, конечно, в них ничего не понимаю. Капец, какие они жесткие. Ужас. Вот эти 80. Не пробьешь. Ну, а это хорошо или плохо? Не знаю. Наверное, хорошо. А может, а как их одевать? А там все мягенько внутри-то.
вот эти вот 59.99. Вот надо написать прям 59.99. Ну, как, ну вот, показали, какой здесь огромнейший выбор. Шутка, конечно. Коньков. Так что, все, наверное, больше ничего здесь нет. Не знаем, пойдет это видео или нет, тут музыка играет.